Так, и запись пошла. Отлично. Ладно, еще раз всем привет и продолжаем свое приключение в поисках хаоса. Правда, по сюжету мы смогли наконец-то восстановить 4 кристалла. И сейчас возвращаемся в Корнелию, дабы доложить королевской семьи, собственно, которые нас попросили это сделать, что дело сделано. Настало время получить принцессу жены и полцарства, как говорится. Так, подкачаемся чуть-чуть, обновим экипировочку. Так, знаете, мы что еще сделаем? Мы поменяем класс. Void Knight давайте поменяем на Пугилиста. И будем качать кулачный боевой стиль. А, ну это с другой. Неплохо. Воу-воу. Слушайте, а ГГ неплохо в этом выглядит. Печка очень хороша и так. Ну тут я что-то ничего подходящего не вижу. Ладно, и так сойдет. Я на всякий случай проверил, если все одеты, а то, знаете, как бывает иногда. Так, это раз. Во-вторых, вот этот навык больше использовать. Так, ну что, можно начать. Астер Кот, вы с нами? Они тут вообще? У нас как бы сейчас сюжет будет. Ну, погнали. Так, тут то же самое описание, которое мы уже читали, когда впервые отправлялись в Корнелию, так что нет смысла повторять. Ну, Джифлейм, уже 11 часов вечера. Так, что происходит? Ну, короче, понятно, ребят. Хаос. Что-то хорошее, что-то нехорошее бушует. И это не просто буря. Мы рисковали своими жизнями, чтобы вернуть свет кристаллов. Они сияют ярче, чем когда-либо прежде. Разве это не то, что вы хотели? И все же мы возвращаемся. Ехидництву и насмешкам. Если вам есть что сказать, то скажите это сейчас. Пророчество Лукхана гласит, что придут 4 воина света. А, 4. Однако вас 5, так что один из вас самозванец. Кто это сказал? Ты? Или ты? Или может быть это ты? Тьма надвигается над нами. Она ближе, чем когда-либо. Что вы наделали? Неплохое приветствие героев. Давайте отправимся в замок.
Там нас ждет более теплый прием. Ну, ребят, вот мы и, собственно, спасли мир, называется. Вы что наделали? Ну и прием. В точности то, что вы нам приказали. Мы нашли потерянные кристаллы и восстановили их свет. И все же, пламя вырывается из наших очагов. Яростные порывы ветра стучат в окна. Волны бьются о наши берега. И земля смещается и стонет под нашими ногами. Я уверен, что это просто кристаллы делают свое дело. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Но я уверен, что именно таким и должен быть этот мир. В городе внизу о вас говорят как о демонах. Они называют вас темными слугами хаоса. Министр, вы заходите слишком далеко. Да, это было грубо. История Корнелия тесно связана с хаосом. Кто помнит мир без его темного присутствия, скрывающегося в тени рядом с нами? Да, свет кристаллов был восстановлен. Но мы не можем ожидать, что процветание утраченного золотого века вернется в одночасье, как по волшебству. Тара. Предметы. Никогда... Так, стоп. Это. Перемены никогда не проходили легко. Но пока мир не восстановится, разве не наша обязанность быть светом надежды для людей? Дать им маяк, в котором они смогут найти утешение. Ваше Величество, ужасные новости. Пираты Провока бесчинствуют в городе. Что? Этот сброд не сравнится с нашими солдатами. Немедленно схватите их. Нет. Убейте их. Монстры ворвались в город, Ваше Величество. На улицах царит хаос. Хаос? Проклятие. Закрыть врата. Стражников на стены. Защитить замок. Да, милорд. Что теперь? Бой. Это то, ради чего я живу. Или ты забыла? Да, ребят, хаос. Хотя, стоп, тут еще что-то есть. Пожалуйста, не дайте людям... Не дайте людям навредить. Я немного обучался фехтованию, хотя я не могу... Хоть я не могу присоединиться к вам, я буду защищать свою семью своей жизнью. Хорошее. Я не обращал внимания на всевозможные злодеяния, совершенными теми, кто служит трону. Я был глупцом, когда думал, что преданность пиратов... сможет длиться, короче, на протяжении долгого времени. Я приказываю вам немедленно отправиться и разобраться с этими пиратами. Понял, моя королева. Я хотел подойти к ней поближе, пообщаться с королевой. Ну, ладно. Ну, короче, ребят, пошел экшон. Пошел сюжет. Оу, фак. Oh,
Джек, мы рады, что вы сражаетесь на нашей стороне. Мы останемся здесь, чтобы защитить королевскую семью. Джек! Наверное, это была не самая лучшая идея сейчас менять стиль боевой непрокачанный, ну ладно. Слушай, неплохо справляемся. О, да. Нам наконец-то дают погулять по этому городу, хоть и в таком виде. Никакой пощады, иначе мы умрем, говорите. Да, чё-то... Чё-то пираты превращаются в какой-то хаос. Чё я раз-то у тебя интернет починился? Ах ты ж подло! Да, бля. Ой. Нужно было их прибить все-таки. Они не отстали. Да, твою. Да еще вы. Господи, ну и хаос. Yeah.
Да, что-то какую-то большую толпу тут пустили. Кого? Что за... Почему его атаки не ломаются? Какой жесткий ублюдок заставил попотеть. Так, вот теперь нормально. Слушайте, ну тут прикольненько. Красивый город, слушайте. Так, как я понимаю, мы пришли к боссу. Так, быстро.
Не может быть. Капитан. Что, опять? Ну ладно, иди сюда. Да, но у него полоска лишь одна здоровья, а не раздвоенная, как у других боссов. Джифлейм, не знаю, возможно, сейчас посмотрим. Я не очень понял, что сейчас случилось, но меня убили. Кстати, я верну себе обратно Void Knight, а то пугелист как-то не очень пока что. Он не прокачанный, чего мы только страдаем. Да, блин. Очнись, придурок. Ну, пришел в себя или... Или что? Моя команда, мои друзья. Тьма соблазнила их. Подобно сирене. Да, мы заметили. У них осталось не так много человеческого, да? Море, оно изменилось. Мы потеряли наш дом, наш образ жизни. Все мы, старые морские псы, были напуганы, сбиты с толку, злы. И вот тогда тьма владела нами. Это произошло в одно мгновение. Я ничего не мог для них сделать. Капитан, я всего лишь матрос в отставке. Давайте поможем вам. Нет, парень. Я отплыл в последний раз. Так ты пришел сюда просто умереть? Нет. Я пришел сюда, чтобы найти вас.
Я отправился искать Астаса, полагая, что он сможет положить конец всему этому, но этого подлого негодяя нигде не было. Найти его. Найдите его во имя всего святого Астаса. Если я прав, он сражается с хаосом дольше, чем мы можем себе представить. Сказал нам, что он заключил сделку с хаосом. Какую? Наверняка не могу сказать, парень. Его сердце наполнено ненавистью и затуманено неописуемой тьмой. Он хорошо скрывает это, но когда я вижу его, я содрогаюсь. Он прямо двоюродный брат хаоса, если не сама эта тварь. Я думал, что... Я думал, что я умею понимать людей, но эльфы — это совсем другое дело. Слуга ли он тьмы или света, его тайны мне непонятны. Вам придется разобраться в этом самим. Скажи нам, куда идти. Скажи нам, где найти Астаса. Следуйте за летучими мышами. Они его создание. Понятно. Это может прозвучать странно со стороны такого старого корсара, как я, но не поддавайтесь ненависти. И позволяйте управлять вами. Иначе вы закончите, как старые бики. Я уже даже не знаю, кого ненавидеть. Как все это могло закончиться так? Интересно. Я никогда раньше не заходил так далеко. Во всех моих фрагментах воспоминаний нет ничего похожего на этого. На это. Что теперь будет? Мы ныряем с головой в неизвестность. Ладно, давайте двигаться дальше. Идем дальше. Погнали. Короче, куча доп. Заданий. Во, монаха открыть бы. Для этого нужно еще копье прокачать. Понятно. Так, ну как я понимаю, дальше у нас будет данж, поэтому можно взять пугилиста. Качать. Ну, заодно и копье прокачать. Ну что ж, погнали дальше. Так, башня древних. Объект, который они отправили сюда на этот раз. Легендарная башня из 11-го измерения. О, Final Fantasy 11, который онлайновый. Говорят, что в ней находится огромная машина, с помощью которой можно пробудить сингулярность, способную изменить сами законы космоса. Опа. Если это действительно так, то я не сомневаюсь, что она... может быть использована для ускорения образования тьмы и наступления апокалипсиса. Пока еще стон отчаяния не раздаются в воздухе, еще не пришло время открыть врата Армагеддона.
Но благодаря моему тонкому руководству, я думаю, что наступление настоящего отчаяния не за горами. Отлично. Следуйте за летучими мышами. А, следуй за летучими мышами, мы найдем Астаса. Похоже на то. Ну что ж, вперед. Мне нет воспоминаний об этом месте. Белые стены. Белый пол. Честно говоря, меня это настораживает. Ну, мы здесь, у нас есть работа, которую нужно сделать. Я знаю, давайте найдем Астаса. Так, ну что ж, вперед. Что-то мне напоминает эта башня. Ну, помимо 11-й финалки, которую я не играл сам собой. Потому что она была онлайновой и да. Я вроде сейчас есть какая-то возможность с ней поиграть, при желании. И раз, в 11 и 14 их две. 11 была первая, она вышла даже раньше, по-моему, в World of Warcraft. По-моему, да, она в 2001, ну, в 2001 то ли в 2000 вышла. Жесть, 70% КП, блин. Твою же ж! Ладно, все. Короче, я пытался играть с этим пугилистом, но с этим говном играть невозможно. Ой. А, нет, все правильно. Лучше вот это. Кот, да. Видишь, как он всех разваливает? Ну, наших, конечно, союз. Не врагов же. Ah!
Ну вот, другое дело. Короче, пугилиста лучше не использовать в этом данже. А вот Void Knight просто идеально. Вообще на изи просто раскатываем. Ход в том числе, да. Он не раскачан. Void Knight хорошо тащил с самого начала, на самом деле. Красно. В этом данже опять нужно искать ключи. Вот был бы в этой игре прыжок, мы бы тут перепрыгнули бы легко. Но увы. Нельзя. А вот и ключ. Неон, Руфейн на кото аштерко? Омукаши. Коно секай нива Корнелия на хока ни Руфейн тою куни га атта. Корнелия га зутто окикуте, Руфейн ва инака но мура митай. Но нет, только не эти твари, летающие опять. Ну отстань ты! Ну, пока что это самый ненавистный данж. И все из-за этих сраных летучих мышей. Коняшки, конечно, тоже веселые, но... Все так плохо. Кот, и как это понимать? Что это значит? Сатит.
行けるぞ。ここからだ。行けるぞ。 Ой, Мальборо. Что-то ваш Мальборо ни о чем, несите нового. О, блин, ловушка с летучими мышами. Да твою. Вот, в смысле, мана нет. Вроде ман был. Ман, ты тут? Смотри списки, он вроде тут. Я его видел. Интересно, какой босс будет в этой локации. Огромная летучая мышь? コーネリアは大国だったのか。戦争が長引けば、フェインには、兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い始めた。フェインは突然消えてしまった。国が本当の目なかった。どこまで本当の歴史かなんて、もう分からない。もう見つかったのね。 Ну, Тонбери, как всегда. Кот, это 11-я финалка. Ярука. И это самая мерзкая локация в игре пока что. Только раз, сколько на ней умер до сих пор, нигде не умирал. О, лорная записка, ребят. Хорошо, что я решил допрыгнуть.
Джек 2. Ладно. Еще одна хорошо известная сказка – это история о героях, которые с помощью святой силы света изгоняют мерзкую тьму. Люди приветствуют их как спасителей, описывая, осыпывая почестями и лаской. И дают им прозвище, благодарность, воины света. О, тут много текстов. Хорошо. Конечно, все это полная чушь. Басня, придуманная невежественными глупцами, которые цепляются за идиотские фантазии и оставались слепыми к реальности. Я видел эту историю 1000 раз, и она мне надоела. Поголовые массы впадают в безумие надежд, когда их несбыточные ожидания не оправдаются. Они погружаются в пучину отчаяния. Далее следует осуждение, ненависть и неизбежное предательство. Истинная природа человека. Красивая вещь. Не правда ли? Вот, ребят. Ну, к сожалению, да. Это звучит более реалистично. Ладно, ведемся к тексту. Но несмотря на все это, мой дорогой друг по-прежнему хочет защитить этот мир. Хотя нет, это заблуждение. Спасение — это всего лишь побочный эффект. То, что он делает не ради кого-то, какого-то благородного идеала. Нет, его мотивы чисты. Ненависть и ярость. О как. Ну, только что обосрали сюжет Final Fantasy 1 и куча других игр, да. Не, ну чё, нормально. Есть. О, кстати, по-моему, мы впервые видим добивание Тондери. Ну или как минимум вот так хорошо мы ее видим. Потому что до этого, по-моему, мы видели ее только в хаосе. Опа. Карабакука. Ну, кот, они могут быть иногда мерзкие.
О, кстати, кот, что, посмотрел Рейнкод наконец-то? Я сегодня выложил все записи уже. Ух ты ж! Думал, не достанет. Достанет. Так. Мада, каги на какатта тобира. Ходайжинは security 意識が高いのかな? Так, посмотрим. Тут. Так, лист качается. Копей тоже. Так, окей. Так сказать, половина паладина открыта. Еще половина надо. Ключ фантазма. カミヤ扉があるということかしらね。コーネリアの風景に馴染まない必須な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから忘れ物というより送り物。迷惑な送り物だ。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェイン何を考えてこんなものを用意した。 後悔されてるわね。なんとしても倒す。ジャックが。ジャック。健康だ。いけるぞ。 ここからだ。 Блин, то, что он не ломается, это, конечно, жопа. Не, ну я прямо жду, не дождусь босса. Надеюсь, он повеселит нас. Разбивается. Еще один ключ, отлично. Вот, ну, не знаю, сомневаюсь. Отлично, у меня опять инвентарь заполнился. Тренировка.
Говолом. Жесть, сколько тут шматья ненужного. Хотя что там? А ну нормально. Господи, вы посмотрите на ГГ с шляпой. Сейчас я его дену обратно. Он такой мафиозный прямо. Вы посмотрите на это. Хаотичненько. Ой. Кстати, надо бы и янкам что-нибудь на голове дать получше. Ну все, отлично. Боже, мы выглядим великолепно. Ой. Вот какая 3-4. Рис там все-таки другой, ведь немного. 60-й там мы уже играем за немного других ребят. Хм. Может после Stranger of Paradise первую мафию перепройдем? Оказывается, вот что нужно сделать. Ну, код вот именно четвертый нет. Есть 1, 2, 3 пока что. Ну и ремейк первой части. О! Еще лорная записка. Отлично. Стоп, что? 6 темных кристаллов? Опа. Когда сильный волей носитель темного кристалла сливается с инвеческими эмоциями мира, остается загадкой, сможет ли он выдержать превращение в изверга. Любопытно узнать ответ на этот вопрос, но сможет ли... Но сможет ли она выдержать этот процесс, пока остается загадкой. Впрочем, вряд ли она когда-нибудь позволит себе соединиться с тьмой. Тем не менее, чтобы достичь будущего, к которому так стремится мой дорогой друг, именно этот сценарий должен быть реализован. Она последний кусочек головоломки и, возможно, даже самая мощная из всех. Окей. Вот, в смысле? Это про что?
Ну, кот, это уже вот хороший вопрос, потому что, ну, 5 кристаллов, говорится, а у нас только... Тьфу, 5. 6 кристаллов, но у нас только 5. Где 6-й-то? Не факт, кот. Кот, а где 6-й персонаж? Я про то, что как бы 6-го у нас нету сейчас. Значит, будет еще кто-то. Потому что, как бы... Джек, Неон, София, Джейд и... Аш. И все. Кристалла. Поищем только вот. これでどこに行けるようになったのかしらね。頭がぐるぐるしてきた。もういい加減にしてほしい。さてと、これで行く。5-й, 4-й. А вот и кристалл. これで全部反応したみたいね。調べてみましょう。 Надеюсь, это было не громко. Случайно задел микрофон. Ребят, надоела уже эта игра. Надоел хаос. Суть, кроме кота и Растова, никто особо не пишет, за редким исключением. Так, все, приехали. Вот и босс. Сюда куча металлолома. Ты хочешь поиграть? Поиграй с нами. Жаль, что они не перевели как это как You wanna play? Let's play.
Если вы понимаете, о чем я. Вот это было бы, конечно, смешно. Самое главное. Блин. А это завтра день рождения 4-10 финалки? Чё си? Вот так! Эй, это... Воу, воу, воу! Чё за хрень? Весело. София как-то не очень дай живу. У нее все плохо. Твою!
Савы. Да, блин. Давайте, девочки, мочите его. Отойдите, девочки! Почти готов. Есть. Народ, вы там живы? Ваши воспоминания буду храниться в этом устройстве. Не забудьте вернуть. Понял. Помните, что объем памяти ограничен. Когда этот лимит будет превышен, вы должны прекратить свою деятельность и ждать извлечения. Откуда? Это зависит от ситуации. Просто свяжитесь с Астасом, когда будете готовы эвакуироваться. О как. Думаю, с ним все будет в порядке. Да ты почти ничего не весишь. Перестал работать. Это должно означать, что его хранилище переполнено. Да, я знал это. Но кто же это тогда было? Та, что дала мне эту штуку с самого начала. Что это была за белая комната? Откуда я пришел? Это на тебя не похоже. Ты уверен, что хочешь знать? Мы чужаки. Это означает две вещи. Во-первых, мы чужие в этом мире. Второе, мы чужие сами себе. Не знать, кто мы, вот что позволяет нам сражаться без страха и колебаний. Забыть это милосердие. Это были твоими словами, Джек. Опа. Но не важно, в конце концов, здесь нет ответов. Я тоже не помню. Я тоже. Да, я тоже. Ты знаешь, что я тоже не знаю. Возможно, Астас сможет пролить свет на наши вопросы. Видя вас снова, я действительно улыбаюсь. Или радуюсь. Ну что ж, ребят, сюжет попёр, походу. О, спасибо, что спасли меня. Я вас долго. Что ты здесь делаешь? Мой вечный долг, так сказать. Наблюдая за тьмой, отслеживая ее.
Подробности и быстро. Или я разозлюсь. Хорошо. Но сначала мне нужна... Мне нужна небольшая услуга. Выйдите наружу, и вы там увидите странный замок, который, казалось, появился из ниоткуда. Прежде новый вид на этот район. Это место кишит монстрами, рожденными из хаоса. Разберитесь с ними, а потом поговорим. О, если вы увидите еще кого-нибудь... Ну, какое-нибудь новое строение по пути, сделайте с ним то же самое, ладно? Имейте в виду, пока они не... распространили... Нет. Я имею в виду, чтобы вы сделали это до тех пор, пока они не начали распространять му и смерть по всей земле. Тут подобное там. Использует нас в своих целях, хочешь? Боже, нет. Вы забыли, что это просто то, что вы хотели от меня. Ладно, у меня есть работа, так что позволите. До встречи, короче. Забудьте о нем, мы уходим. Сюда. Да, сюда. Так, ладно, я думаю, сегодня на этом остановлюсь. Что-то как-то сегодня идет не очень хорошо игра. Поэтому думаю, тут лучше на сегодня остановиться. И продолжение следует.